Завертелось. После катастрофы на американских горках в Екатеринбурге проверяют все аттракционы. В поисках нарушений местные парки развлечений обходят ревизоры, сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора. От всей этой круговерти у них уже голова идет кругом. Ведь нужно проверить не только исправность всех каруселей, но и готовность персонала на всякий чрезвычайный случай. Вызываю технический персонал, и они сразу начинают вручную, если что, вручную крутить колесо. Если света не будет, они вручную крутят и выходят по одному. Техническое состояние аттракционов на глаз определить непросто, поэтому надзорные органы ищут нарушения прежде всего в документах. Там должно быть прописано, сколько лет каруселям, есть ли у них лицензии, когда они проходили технический осмотр. У каждого устройства должна висеть подробная инструкция, а также возрастной ценз, хотя на него и клиенты, и операторы чаще всего не обращают внимания. Пока нарушения выявляются незначительные, в Екатеринбурге горожане в целом развлекаются безопасно. Но если недочеты найдут, предпринимателям выпишут штрафы. Мы уже посмотрим, законно ли данные аттракционы находятся, работоспособны ли они, когда проводились последние проверки, обучены ли операторы, которые непосредственно осуществляют доступ посетителей данного аттракциона.